Сегодня мы поговорим о собаках Владимира Путина. Первая любимая его собака, конечно, остается собака Конни. Ее подарили ему в 2000 году, когда он из малоизвестного чиновника превращался в президента России. Конни прожила с ним 15 лет. И многие ее потомки находятся в разных уголках мира. Следующей собакой, подаренной Путину, стал щенок болгарской овчарки Баффи. Он имел трехцветный окрас и изначально называли Йоргом. Но Путину почему-то не понравилась эта кличка. И тогда решили объявить конкурс. И вследствие чего Путин выбрал кличку Баффи, которую предложил юный москвич. Также в честь Баффи одна группа написала песню и назвала ее «Просто подарите премьеру щенка». Баффи вырос в огромного пса и проживает с Путиным Нова Огарева. Одной из самых красивых собак Путина является собачка по имени Юме, что в переводе означает «мечта». Это собака японской породы Акита-ину. Ее подарили японцы Путину в 2012 году в знак того, что Россия помогла справиться с цунами и землетрясениями. Подарили ее от префектуры Акита. А потом, позднее, в 2016 году, Юме пригласили на встречу с делегацией Японии. И она произвела на делегацию очень хорошее впечатление. Она красивого такого окраса, вела себя достойно. И все были очень довольны, и в том числе, конечно, японцы и Путин, что вот такую собаку подарили Путину. Она себя ведет достойно и радует всех. И сейчас она также проживает с Путиным в его резиденции Нова Огарева. В 2019 году у Путина появляется еще один питомец. Это подарок президента Сербии. Он подарил Путину трехмесячного щенка, потомка чемпионов, шарлапинской овчарки. Внешне он напоминает кавказскую овчарку. У лохматого Паши бежевый цвет шерсти. Ростом такие собаки достигают 60 сантиметров, весом до 40 килограмм. Паша также проживает с Путиным в Ново Огарёво. Еще один подарок Путин получил от президента Киргизии. Это пес по кличке Шерхан. Он темного окраса, относится к породе смеси волкодава и борзой. Порода эта находится на грани вымирания. Их осталось всего около 1000 особей. И вот такой шикарный подарок преподнесли Путину с Киргизии. Еще одной жемчужиной в коллекции собак президента Путина является Алабай по кличке Верный. Верполы звучит его кличка на туркменском. Путину подарил верполы, подарил президент Туркменистана в честь 65-летия нашего президента. Алабаи являются очень ценной породой, и они являются национальным достоянием Туркменистана. Вывозить их за пределы республики практически не разрешается. И вот такой подарок преподнесли Путину. Алабай тоже проживает вместе с ним в Ново Огарёво. Очень мощная, красивая собака. Это не бойцовская порода, это охранная порода. Ну, такой по характеру упрямый, смелый и очень умный щенок. Ну, сейчас он, конечно, уже огромный. Прекрасный пес. Вот такая коллекция собак у президента Путина.